Интернет пестрит объявлениями о том, как можно легко и быстро заработать деньги. На одной из таких попался студент Чебоксарского вуза. Он работал в интернет-магазине в качестве закладчика наркотиков и был уверен, что его никогда не обнаружат. Сотрудникам оперативных служб стали поступать звонки о том, что в Чебоксарах молодой человек оставляет подозрительные предметы в различных районах города. Полгода сотрудники наркоконтроля вели за ним наблюдение. Поймать с поличным молодого человека удалось в августе на очередном оборудовании схрона наркотиков в Новоюжном районе. По приговору суда 20-летний наркосбытчик проведет в колонии строгого режима 11 лет.